Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления риса. Рис, приготовленный по этому рецепту, очень хорошо подходит на гарнир к любым блюдам, как к мясным, так и к рыбным. Особенно очень хорошо сочетается с морепродуктами, на мой взгляд. Даже с овощами, с любыми, если пожаренные или потушенные, тоже замечательно подходят. Поэтому, ну что, приступаем. Для этого нам понадобится рис. Сейчас, зажгла. Рис я беру жасмин. На мой взгляд, он самый душистый, ароматный. И для этого что нам нужно? Мы с вами нагреваем кастрюльку. Добавляем туда сливочное масло. Кусочек. Надеюсь, что вам видно. Этот рецепт себя очень хорошо зарекомендовал среди моих гостей и домашних, поэтому он просто беспроигрышный. Так, масло у нас с вами приобрело слегка. Коричневый цвет, если вы заметили. Так, ложка мне нужна. И вот мы теперь слегка его прожариваем. Не масло, а чеснок. Мысли путаются. Очень тяжело снимать. Теперь добавляем сюда рис. Рис я не мою. Я его также прожариваю. Даже можно сказать, как прокаливаю. Вот в этом чесночном масле. Вот. Слегка прокалили. Запах уже приятный. Так. Теперь мы с вами солим. И начинаем, чуть-чуть убавлю, и начинаем добавлять воды. Предварительно я ее нагрела до кипячения. А вот теперь задача, ребята, у нас с вами аккуратненько, потому что здесь все очень горячо. Вылить в этот рис, не обжечься только. Так, добавили кружку. Ой, горячая. И еще чуть больше половины воды. Обязательно перемешали. Так, попробовала на соль, все хорошо у меня. И теперь я вот так накрываю крышку. Не до конца закрываю. И оставляю на маленьком огне. Приблизительно минут на 15-20. Прошло буквально 3 минуты. Открываем и делаем дырочки такие. Вот. Чтобы он у вас поднимался вверх. И опять прикрываем крышку и оставляем еще. Количество ингредиентов у меня в любом рецепте, под любым видео есть описание. Что, сколько, чего я кладу. Дорогие мои, прошло еще 7 минут. И вот теперь нужно посмотреть. Вот так вот делаем дырочку и смотрим, есть ли там еще вода. Если вода еще есть, значит рис еще навряд ли готов. Закрываем. Чуть-чуть перемешиваем верхнюю часть, чтобы она у нас с вами тоже приготовилась. Осталось прям совсем минутки 3.
Ну да, рис почти готов. Даем еще постоять минутки три. Ну вот, у вас прошла секундочка, а у меня прошло 4 минуты. Воды больше нет. Теперь я добавляю еще небольшой кусочек. Прям вот, ну небольшой кусочек, видите какой? Масло сливочного. Весь рис перемешиваю. И вот такой он получается рассыпчатый и красивый. А самое главное, очень вкусный. Ребят, попробуйте приготовить по моему рецепту. Все, огонь выключаю. Надеюсь, что постоянные мои подписчики будут рады этому рецепту. Все, всем приятного аппетита. И вот такой красивый и рассыпчатый рис мы с вами сегодня приготовили. Видите, какой он весь рассыпчатый. Он просто рассыпается. И он очень вкусный. Попробуйте обязательно. И вы полюбите рис.